Всем привет! Начинаю новый сезон на своей домашней стройке. Решил начать ее со стяжки. Стяжку буду делать в гараже. Вот, как видно, я уже спланировал грунт. Сейчас я выставлю маяки. В хозяйстве у себя нашел 3 трубы. Даже не знаю, сечение какое. 40 на 40, по-моему. Как раз они 6-метровые. Заармировал пол. Армосетка 120 на 120 и сечение 3 или 4 миллиметра. Попробую использовать лазерный уровень. С помощью него выставить маяки. Выставил я кирпич. Кирпич я поставил более-менее по уровню, чтобы как можно было меньше погрешностей. Вот до цоколя у меня 6,5 сантиметров. Буду стяжку делать чуть выше. Вот примерно вот по вот эти поры. Чуть выше коробки дверной. Вот на 4 сантиметра. Так, сейчас я один край выставлю в ноль и от него потом уже начну плясать. Подложим камушек. И чтобы показало именно 4 сантиметра. Так, 5,5. Воспользуюсь пока временно клинышками деревянными. Придется подсыпать еще, наверное. Так. Еще чуть-чуть. Ну вот. 4 сантиметра. Все, это у меня 0. Что я теперь делаю? У меня подобное видео есть, как я делал деревянный пол. Вот ставлю клапан и даю метки. По кругу сразу отмечу. Вот и все. Вот меточку дал на клапане. И все, начинаю сейчас выставлять. Сейчас тот край выставлю, середину и так дальше. Поверну лазерный уровень в другую сторону. Возьмем кирпичик. Вот как видно, вот я не знаю, камера показывает или нет. Сантиметр надо приподнять. Клинышки можно с обоих сторон, чтобы зафиксировать трубу. Ну все. Луч, конечно, слабенький бьет. Я не знаю, видно или нет. Вот если я приподниму, вот он луч. Вот ставлю, совпадает с моей меткой. Все, значит, по уровню стоит. Так, сюда можно, в принципе, и камушек подложить. Так, есть. Так, дальше середину, примерно серединочку. Вот таким образом сейчас постараюсь и выставить. Ага, еще поднимать провисло как. Так, ну, здесь сантиметр. Труба тяжелая, конечно. Много. Ну и все. Вот я выставил.
серединочку. Потом перепроверю. Сейчас поставлю между ним, между вот этими двумя маячками. То есть сейчас поставлю вот тут еще по центру. И по центру тут. И думаю, уже она прогибаться не будет. И в принципе одна труба уже, то есть один маяк будет выставлен. Надо поставить так, чтобы можно было бы сетку приподнять. Сейчас я поправлю этот кирпичик, наверное, вдоль вот так лучше поставлю. Потому что это слишком большой будет слой стяжки. Придется еще щебня подсыпать. Надо выйти на сантиметров 8 слой. Смотрю, здесь небольшой прогибчик. Чуть-чуть сейчас приподниму и все. И будет все нормально. В общем, вот таким образом я выставлю сейчас все вот эти три маяка. В общем, стал я не подлаживать не клинышки, а кусочки щебенки. Их очень много, есть плоские, очень удобно. То есть сразу выставляю и без проблем. Везде совпадает по меточкам. Все осталось раствором зафиксировать его. И все. И можно делать стяжку. Вот тут вот слой мне не нравится, слишком большой. Тут я однозначно подсыплю щебенку. Здесь отлично. Там, в принципе, кое-где подсыпать. А так неплохо. Фиксирую растворчиком. Маяки стоят. Осталось подсыпать щебня немного. Позбивать вот этот раствор. И можно приступать к стяжке. Немного подсыпал щебня. Приподнял армосеточку. При заливке я ее просто буду подрывать немножко, чтобы она была повыше в растворе. Вот так вот мы залили стяжечку. Вчера начали с 4 вечера. И до 9:30 заливали уже под лампочку. Сейчас вытяну трубы и немножко окультурю ее. Буду поливать водичкой и немножко заглажу саму стяжечку. И возможно вот тут вот в этом месте поставлю опалубку и долью, наверное, вот это. Этот край уже не стал снимать весь процесс заливки, потому что реально не хватало времени. В общем, лью водичку и сглаживаю все это, все ямки, наплывы. Здесь кусочек пришлось подлить спустя несколько дней, так как у меня был очень жесткий график. Привез вот столбики, забор, решил бетонный
поставить вот здесь вместо этой сетки. Плюс машину завезли грунта, спланировал здесь дорогу, потому что здесь ямы были и вся вода здесь стояла. Все это в один день. Плюс пришлось по объектам своим поездить, разруливать ситуации там. В общем, стяжечка готова. Вот как видно, разный цемент. Здесь такой цвет, здесь такой. Сначала начал заливать одним цементом, убрал всего 20, думаю, что не хватит. Поехал в магазин, уже был он закрытый. Пришлось в другом месте брать другой марки цемент. Вот поэтому такое отличие. Ну что, на этом буду заканчивать ролик. Следующий этап, скорее всего, займусь забором. В принципе, он никак не относится к моей стройке гаража и бани. Ну, тем не менее, всем спасибо за просмотр. Пока!